Разберем теперь подробно объявление класса. Какие ключевые слова могут использоваться в объявлении класса, что они означают и вообще чем может быть класс наполнен. Для данного урока я подобрал примеры из стандартной библиотеки Java, реализации от Oracle. Так что мы немножко даже заглянем в исходники стандартной библиотеки. Но должен предупредить, что код приведен со значительными сокращениями, чтобы не отвлекаться на вещи, которых мы, например, еще не знаем, и сосредоточиться на главном. Итак, приступим. Класс объявляется ключевым словом «класс» с именем класса и модификатором доступа. В случае класса верхнего уровня может использоваться модификатор public или модификатора может не быть, что означает видимость класса в пределах пакета. Модификаторы private и protected здесь лишены смысла. Напомню, что в одном исходном файле друг за другом может быть объявлено несколько классов. Но пабликом может быть только один из них, и его имя обязано совпадать с именем файла. Ключевое слово final в объявлении класса означает, что от данного класса нельзя наследоваться, то есть он является финальным в иерархии наследования. Подробнее про наследование мы поговорим в следующем уроке. Любой элемент программы, класс, метод или поле, может сопровождаться javadoc-комментарием. Классы стандартной библиотеки снабжены хорошими подробными javadoc-ами, поэтому часто можно решить какой-то вопрос по использованию класса в стандартной библиотеке, просто почитав их javadoc. Не обязательно сразу лезть на Stack Overflow.